Здравствуйте! Я вас приветствую на своем канале. Сегодня, 26 июня, я решила заложить новую грядку клубники. Это у меня розеточки первые. Я постаралась, видите, выбирать, чтобы корешки были светленькие. Делаю бугорок и вот так на бугорок расправляю. Потом я засыпаю ее. Надо так, чтобы не засыпать центровой, там, видите, корешок. Вот так я решила завести новую грядку клубники. Я даже некоторую, наверное, наклою бутылками. У меня есть, если где больше листики большие, то я возьму с банки, с 5-литрового бутылька. Крышечку, то есть не крышку, а банку накрою. Так как я на даче, у меня сейчас отпуск, я буду на даче целыми днями, то я смогу ее поливать, так как первое время надо поливать немножко утром и вечером, чтобы она укоренилась. Наша клубника. Это у меня сорт русановская. Я ее люблю. Она очень ранняя. Поэтому я ее развожу. У меня есть другие сорта. Гигантелла большие. Потом. Но они более поздние. И не так хорошо приносят урожай. А это очень ранняя. Когда еще клубника достаточно дорогая. 200-300 гривен у нас. И она у меня поспевает. Даже я ее не укрываю. А если бы я ее еще укрыла, то она бы у меня точно еще бы на недельку раньше созрела. Ну, если я не буду работать, то я тогда смогу поухаживать. И она у меня будет раньше. Вот такие дела. Я удобрила нитрамофоской сначала, полила. Ну, а теперь развела тут удобрение. У меня крапива настаивалась и разные отходы пищевые. И все это постояло, этим я полила. Сейчас я принесу бутылки и укрою. Так что вы тоже можете начинать закладывать новые грядки на будущий урожай клубники. Вот так, в такой период, когда закладывать грядочку, то она весной уже будет цвести и будет плодоносить. Поэтому я стараюсь пораньше. А там у меня уже слишком заросла. Уже почти 4 или 5 лет там находится. Некоторые выгорело. Корни уже стали большие. Вот я вам покажу эту грядку. Вот видите, что у меня осталось. По краям осталось, а по центру уже ничего нет. Я, возможно, перекопаю, оставлю только краешек. А все остальное перекопаю. Здесь я пустила рядышком. У меня пошли кабаки. Я всегда так сажу с краешку. А где-то они плетутся потом по свободному месту. Вот видите, у меня уже большой кабак. Один. И там второй есть. Вот уже даже созревает. Тут у меня две семечки, два кабака. И уже у меня есть два кабака. Так что недавно я посадила. Вот такие дела. Заходите на мой канал. Смотрите мои ролики. Буду рада видеть вас на своем канале. Будьте здоровы!